Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». Меня зовут Алексей Мартинкевич. Я являюсь агрономом-директором компании «Визаветский сад» «Фундук Эко». В рационе каждого здорового человека обязательно должны присутствовать орехи, в том числе и орех фундук. Как считают многие ученые, фундук является хлебом будущего. Состав фундука, он уникальный с его особенностями. В первую очередь, у него есть 16-20% белка, который сочетается с 20 аминокислотами, которые благотворно влияют на здоровье нашего организма. Также в составе фундука очень много минералов, которые тоже способствуют укреплению сосудистой системы и работы сердца. Фундук, как и грецкий орех, считается умным орехом за счет того, что он нормализует функцию работы головного мозга. Также учеными было открыто содержание вещества под названием таксол и группы витаминов Е, которые являются противораковыми, противоонкологическими препаратами. Ну, орех фундук сам по себе является очень питательным, очень вкусным, полезным продуктом с точки зрения содержания в нем большого количества различных масел, жиров, аминокислот, витаминов, витамины группы В, витамины С, Е, которые также являются противораковыми, противоонкологическими. Поэтому фундук очень популярен среди людей, которые заботятся о своем здоровье, также спортсменов, потому что он является продуктом для людей, которые занимаются активным образом жизни, спортом, и людей с повышенной умственной нагрузкой. Поэтому рекомендуется съедать по 10 орехов в день. Будьте здоровы и счастливы. Ну и для тех, кто хочет посадить орех и есть орех собственный, конечно, стоит вопрос, какие сорта посадить и как за ними ухаживать. Но изначально идея закладки сада фундука у нас заключалась в первую очередь в том, чтобы адаптировать европейские сорта для нашего умеренного климата. Поэтому на сегодняшний день оптимальным вариантом для нашего климата Республики Беларусь, умеренной зоны, подходит три сорта, которые внесены в реестр Республики Беларусь государственных сортов. Это каталонский, Косфорд, барселонский. В первую очередь каталонским сорт является товарный сорт. Он имеет вот такую круглую форму ореха. Орех на самом деле очень вкусный, сладкий, насыщенный, очень с приятным вкусом. Размер ореха достигает до 25 мм. И он самовыпадающий, то есть он сам выпадает с плюски. Не надо дерево стрясать, обтрясать, то есть он сам выпал и собрали спокойно. Также он, как и Косфорд, Косфорд это вот такой орех, это опылитель. Он только имеет продолговатую форму до 27 мм, размер ядра непосредственно. Эти сорта считаются достаточно морозостойкими, устойчивыми к различным болезням и вредителям. При этом с высокой урожайностью, с одного дерева от 3 до 5 килограмм. Косфорд является опылителем, так как фундук – перекрестно опыляемое растение, и он доопыляет очень хорошо каталонский, и они друг с другом очень совместимы в этом плане. Соотношение опылителя и основного сорта должно быть, то есть основного к опылителю 80 на 20, 80% основной сорт и 20% сорт опылитель. Схема посадки может быть разная совершенно, есть рядные, есть в ряду можно садить 20%. Как правило, мы обычно на плантациях садим 8 рядов основного сорта, 2 ряда опылителя. Также хочу поделиться с вами секретами хранения фундука. В первую очередь надо понимать, что весь орех, он в основном на прилавках магазинов и наших сетей, он в высушенном виде с относительной влажностью 6-12%. Поэтому такой орех нужно хранить обязательно в бумажных пакетах, либо лощеных, либо мешковине. Оптимальный вариант хранения в холодильнике от 0 до 3 градусов он хранится до 3-4 лет в холодильнике. При комнатной температуре такой орех будет храниться до 12 месяцев. Также есть вариант потребления ореха в свежем виде, то есть это орех, который сразу собирается с плантацией и употребляется уже в таком свойственном своем виде, скажем так, в свежем виде. Так называемый фреш-фундук.
Такой орех нужно хранить, не высушивать до конца и хранить сразу в холодильнике с температурой от 0 до 3 градусов. И такой орех хранится до 3-4 лет спокойно в холодильнике. И мы рады предложить нашим потребителям орех на рынке Беларуси, так как мы являемся производителем данного продукта. И напоследок хочу вам показать просторы нашего питомника и сада, в котором мы выращиваем орех фундук. Саженцы вы можете приобрести при интернет-магазине «Процветок», а также у нас. Спасибо за лайки и подписку. До свидания. Всем здоровья и счастья.